Всем привет, с вами снова Атлантис 3570, и сегодня у нас очередной выпуск журнала «Солнечная система». Как видите, на пленке написано «Планета» с этим выпуском. Ну, давайте посмотрим. «Солнечная система», выпуск номер 12, как всегда, высокоточный орерик, «Красная планета», «Марс», «Неприветливый каменистый холодный мир, который будет в нас буйную фантазию». А вот у нас уже новая фаза сборки, третья фаза, второй этап. Ну, поскольку, как вы знаете, у меня нету ни четвертого до сих пор, мне почта его шлет уже 3 месяца. Плюс ни 9, ни 10 я не могу это собрать. Пока что вторую даже фазу. И первую. Ну, потихоньку, когда пришлет, тогда соберу. Вот то, что у нас будет в третьей фазе второго этапа. Да, тут. Да, третья фаза, второй этап. У нас также вот планета со спутниками Фобос и Деймос, танго для нее. Дальше у нас, как видно, здесь будет шестерня большая, похоже, их даже две будет шестерни. Ну, такой вот участок опять сборный, то, что мы собирали в 11 выпуске для Земли. И вот так вот. Посмотрим, что да как дальше будет. Ну, то, что у нас в этом выпуске. Давайте посмотрим дальше журнал. Красная планета Марс. Ее данные. Дальше у нас написано все. Мореходы на Марсе. Чудеса Марса. Опять красивый двухлистовой постер. Ну, тут у нас миф о Марсе, марсиане. Тут у нас фильмы американские, да исторические, наверное, какие-нибудь там 60-х, даже 50-х года, 53-й год. Бог войны Марс. Вот так вот. В следующем выпуске у нас будет одна из шестеренок. Так. Ну вот у нас. Давайте посмотрим. Скроем и посмотрим. Куда поехала. Ну вот у нас грохнулось. Сам Марс. Вот так вот он выглядит, ребята. Давай, фокусируйся. Вот так вот выглядит сама планета. Ну, два спутника просто они. Металлические, хромированные, получается, у нас. Вот так вот это у нас будет. Мы вставляем Марс и одеваем на штангу. Вот у нас Марс со своими спутниками Фобос и Деймос. Вот он будет на штанге у нас крутиться. Он до этого еще долго. Ну вот все, ребята, в этом все в выпуске. Здесь не так много, но зато уже приятно опять планетка со спутниками. Ну и плюс штанга. Будем ждать дальнейшие выпуски. Как видите, следующий у нас будет звезда. Потом у нас будет, не знаю, еще отдельно или уже в комплекте. Потом опять будет, наверное, вот эта в комплекте часть.
У нас вот у нас будет стоять две звезды, крепеж для штанги, переходник стандартный, ну и то, что у нас в этом выпуске. Марс, спутники и штанга. Ну все. Ну вот, ребята, на этом все. Спасибо всем за внимание, надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо, пока и до встречи.